теперь данные с валютных торгов. Курс доллара вышел сегодня на рекордную отметку. По данным Центробанка, это 72 рубля 51 копейка. Так высоко биржевые котировки уже бывали, но официальный курс выше 72 вообще впервые с 98 года. Евро расчетами на завтра 79.55. В отличие от доллара, до рекорда еще далеко. На самом деле, основная часть роста и с долларом, и с евро была достигнута на бирже вчера, когда дешевела нефть. Но сегодня ситуация ровно противоположная. Уже после объявления официальных курсов черное золото пошло в рост. Сейчас цена выше 37,5 долларов за баррель.